Всем привет! Сегодня у нас Урал-Лесовоз. Так, сегодня пойдет тема такая, как бы по цепям. Вот цепь лежит, две штуки. Который купил цепи эти, вот, ну, в Соликамске ездил, забирал. Сравнение вот с Ураловской оригинальной цепью и эту цепь. Сразу видно, что по ширине разница, ну, вот, явная. Там, главное, на сайте, когда, ну, смотрел в интернете, когда вот где цепь эту покупал, заказывал, там, которая на фотке цепь, она намного уже. Там я даже по звеньям там я считал, там 15 звеньев было вот здесь, а здесь 21 звено. Ну вот уже не совпадает, получается это шире цепь. И по длине такая, главное, вот такая же, одинаковая. Вот эти вот, вот эта цепь. Может там какие-то звенья подлиннее, не знаю, другие. И там она в описании написано, что на 8, цепь 8 миллиметров, а тут 10 вот эти промежутки эти, как они, перемычки эти. Почему-то эти на 8, наоборот. По идее, я думал, вот эти на 6 будут или на 7, а эти на 8. Ну, как бы так вот должны быть. Ну, конечно, мощнее будет это. Лучше такая цепь-то, конечно, помощнее уже. Десяточка-то классно будет. Ну, она и будет и тяжелее. Машине тяжелее ехать там, ну, все такое. Сопротивление там. На колесах она вот эта вибрация, может какая-то быть дисбаланс, когда будет колесо крутиться. Как тоже она как, ну потому что тяжелее. А это вон тоненькая вот эта цепь, вон и боковые у меня на 6 вообще сделаны. Вот они на 6. И они выдерживают, они не рвутся. Хотя цепь такая простая, ну сыромятина для собак, так сказать. Не рвется ни хера. Где-то, ну проводил вот эти вот стыки здесь сварочные. На всякий случай. Там как-то попадало, как-то было, где-то немножко рвалось. Один раз вроде или два. Разгибаться начинали вот в этих местах звенья по швам. А потом сваривать стало, их нормально стало. Рвется обычно вот здесь середки, вот прям сама середка, вот, ну вот тут где-то, где колесо именно вот наезжает на цепь, с дорогой соприкасается, и вот в этом месте оно и рвет. Они как-то сплющиваться начинают, когда изнашиваются уже. Ну вот эти они сыромятины, что они мягкие звенья, их вон кувалдой стучи, они гнутся. А вот эти должны по идее твердые быть, закаленные. По идее вот эти боковые можно сыромятину делать, а вот эти уже закаленные. И вот хочу купить еще, блин, надо было сегодня позвонить. Там, где цепи продают, в интернете нашел тут пару сайтов. Даже в Перми там есть где-то магазин такой. Ну, они цепи там что-то еще, не знаю, продают. Они вот такие цепи продают специальные, закаленные. Как-то по классам там различаются. Какой-то 8-й класс, короче. Для талевок там всяких. Ну, типа как стропы используются для погрузки, разгрузки, там для закрепления каких-то грузов. На разных там, я не знаю, на тралах, на тех же там, на кораблях где-то, видать, на самолетах. Всякой херни такой. Ну, короче, специальные, как, очень, как бы, ну, такие, сплав специальный идет, там какой-то молибден там или что там, я не знаю, хром там, ванадиум. Ну, может, там, по идее, может, и не 8 класс даже здесь. Может, какой-то поменьше, может, это там 7-й, 6-й, может, какой-то. Ну, похуже чуть-чуть. На цепи, ну, подходят. Они подешевле по цене. Звено диаметром на 8, вот эта проволока, они что-то стоят, я находил, вот, 570 рублей, что ли. То ли там непонятно, правда, то ли метр, то ли за килограмм это идет. Ну там где-то я смотрел, на 8 она метр, а полтора метра килограмм вроде бы. Или метр полтора килограмма, что-то не помню как. Так что это, ну как, не так уж и дорого по идее. Зато они будут ходить, ездить в два раза, в три, какой в два, в три, там я не знаю, больше, наверное. В пять раз дольше будут ездить, чем вот такая простая цепь эта, обычная, сыромятина которая. И не надо будет их там варить. Вот эти звенья подваривать, все, чтобы не отпадывали, не ломало их. Вот этих перемычек 10 штук только. А я там, главное, считал, вроде бы 11 должно было быть. Каждая цепь в отдельном мешке завязана. Просто скотчем, главное, завязана тут и все. Не прошито даже ничего, как бы это. Вот замок, этот, приспособление, как оно. Номер еще там какой-то. 6370. Может это вообще что-то другого от КамАЗа. Что-то мне кажется какая-то она широкая. Блин, я хрен знает. Может не ту прислали мне. На моих цепях где-то 50 сантиметров. 50-52 где-то. 53. Ну-ка сейчас меряю. Что-то мне какие-то... Что-то я мне как-то... Я боюсь, что мне какие-то вообще не ту цепь прислали. Ну ничего себе расстояние какие длинные. Блин, что длинное вообще. Получается 50. И тут еще выходит... 68 сантиметров это получается, ни хрена себе. Так это на широкую резину, походу. Покупаешь в магазинах в этих
интернет-магазинах этих вот, как покупать запчасти? Купил, вот она, прислали какое-то, что-то не то вообще. Может, вообще даже сами просто перепутали. Или не было других цепей, а, кинули, да пойдет. Нахрен. Ну, в принципе, можно добавить будет ее, просто немножко обрезать тут. Ну, заузить чуть-чуть придется тогда их. И, допустим, тут добавить еще звенья дальше. Вот отсюда, которые обрежутся. Их можно как бы скреплять. Ну, как скреплять-то будешь все равно. Ну, можно сварить, в принципе, между собой. Вот, положил мою цепь рядом. Разложил. Ну, она как-то в два раза сложена. Она здесь, вон тут связанная, скрученная болтом. Ее как бы это, не раскручиваешь. Она раскручивалась, чтобы не раскручивать, а я просто так сложил два раза, как бы, в двойное, получается. И вот такая она получилась. Вот какой, считаю, разница. Вот ширина здесь и ширина здесь. Охренеть, разница какая. Это, конечно, широкая будет, намного шире. Она, ну, фиг его знает. Но может она специально как-то шире сделана для этого. Получается, у меня 11, а здесь 10. И между ними расстояние меньше. Вот оно видно, здесь вот расстояние. Ну, примерно как вот, ну, вот здесь вот. Сравните, если вот расстояние здесь и вот здесь вот. Ну, как, ну и вот тут вот. Ну, видно, что уже 29-30 сантиметров. И вот здесь сейчас померяем. А здесь выходит 24 где-то. Чуть больше, чем 1.5 метра. И вот сейчас вот так вот смеряю. Так. 2, 3. Где-то. Короче, вот так вот где-то получается. Где-то вот так должно быть. Вот если ее разложить, то она будет до сюда доставать. Плюс здесь перемычек-то нету. Получается, тут надо добавлять перемычки еще. Две перемычки надо добавлять на стопудово. Что за магазины такие? Перед этим 26-го, что ли, где-то примерно я заказал. И что-то потом, думаю, праздники, выходные, тут как бы, ну, может, не работают или что, они не звонят, не отправляют ничего, никто не... На почту сообщения не приходит, ничего. Потом после праздников тут давай звонить. Что-то типа перезвоним сами. Тогда позвонил. Прошло какое-то время, там, я не знаю, день прошел, где-то два. Никто не звонит ничего. Раз опять звоню. Так что там? А, ну сейчас узнаю, типа, опять перезвоню. Опять тишина. Какая-то мутная, короче, контора. Не звонят, не отправляют сообщения никакие. Как-то магазин называется «Инструменты 24», что ли? Блин, хрен знает. Короче, не знаю, надо вот посмотреть, проверить ее, поставить, как получится еще. Тут немножко добавлю, да и все. И две перемычки надо будет сделать. Еще дополнительно. Ну вот отсюда я прям отрежу их. Получается, мне вот здесь надо отрезать. 6 звеньев убрать. 15 оставить. Ну там прикинуть по это. Я сейчас потом прикину по размеру. Где-то 50 сантиметров должно оставаться. 50-52 так. И эти вот эти же звенья, я их соединю между собой. И как раз вот этих, короче, кусков, которые отрежутся, их хватит вот сюда. На 2. Даже еще останется там немного. Так что, ну, нормально немножко переделать, и цепь пойдет. Отправлять не буду, так сказать, никуда обратно. А что делать? Зима уже на носу, надо работать. Уже никуда не денешься. Ладно, все тогда. Идем ставить цепь. Так, цепь. Тяжелая такая, охренеть, да. Так, я... Это на колобки попугало. Может, продать его кому-то? Ничего не надо вообще. Нихера себе тут. А может, подойдет? Хрен его знает. Что-то вон она как идет. Какое расстояние, офигеть. Да нет, не подойдет. Мне вообще-то так вот по длине хватает. Вот здесь хватает вообще, да. Сейчас там закреплю. Мне, в принципе-то, хватает. Хватает, да. Вот сейчас это замок закреплю. Хватает, только они как-то вот так низко она получается. По идее, нахер так надо. Блин, это не идет что-то. Это мешает что-то.
промежутков этих перемычек, по 10 штук только. Хреново тоже. Блин, надо это. Это много. Вот так вот. Зацепилась, в принципе. Нет, в принципе, нормально зацепилась, только как-то тоже шляпа какая-то получается. Как-то так она близко вот здесь. Как-то вот сюда прям такое расстояние. Ну как, в принципе, ездить-то можно. Можно сделать короче вот здесь. Лучше вот эту цепь делать длиннее. Ну, у меня как сделаны цепи. Они у меня вот тут где-то по краю идут. Вот так, короче. Ну, в принципе, подошла. Так что я зря ругался. И тут надо будет завязывать еще. Вот здесь проволокой какой-то обматывать. Или веревкой можно завязывать. Вот, ну, кольцо примотать к этой. И к рычагу к этому. Так-то, чтобы она не отпадала тут ничего. А так, то потерять, ну, потерять можно цепь. Тогда я терял, у меня цепь была такая же. Только потоньше вот эти звенья были. Вот эти звенья были на 7 вроде бы. Или на 6 даже. А эти были на 8. Ну, тоненькая вот эта цепь была. И такой же был этот замок. Хотя даже на проволоку вроде я завязывал. По городу что-то я ехал там, не помню. От горбуль отвозил или что. Не снял цепи, надо было, по идее, снять. А я, да, думаю, быстро тут недалеко рядом проедусь. Проехал, потом раз, смотрю, цепи-то нету одной. Поехал обратно сразу же. Ну, думаю, найду где-то, может, ну, где отпало. Все, уже нету, кто-то подобрал, видать. Медную такую проволоку я завязывал. Ну, видать, как-то плохо завязалась или сломалась она. Скорее всего. Ну, в принципе, не нормально. В принципе, нормально. Только, ну-ка, тут сейчас посмотрим. Вот здесь как... Тут лишь бы нигде вот не задевало колесо, буду поворачивать вот сюда, и будет задевать вот здесь. В принципе, не нормально так-то. Не нормально. Может, это не переделывать, пусть так и стоит пока. А потом, если что, может, видно будет. Конечно, промежутков мало. По идее, бы сделать штук где-то 11 хотя бы надо, или 12, можно даже лучше. Тут 10 только. Вот она, считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10 штук. Она будет как бы, ну, вот здесь вот расстояние будет поменьше. И она зацеп, ну, лучше будет как бы. Посмотрим, короче, там видно будет. Уже в процессе эксплуатации тогда ничего не буду ее делать. Хотя, по идее, можно переделать ее. И, скорее всего, вот эта цепь, она, наверное, подойдет и на колобки тоже. Потому что по ширине-то она намного шире, чем обычная цепь. Чем, ну, как у меня. Может, она как-то так и сделана, типа универсальная цепь на колобки подходит и на эту резину. Все возможно, так, наверное, есть. Это ИДП резина. Как там она? ИДП 280 какая-то там. Получается, она пошире, эта ИДПшка. Но высота у нее как бы, ну, так, пониже. Она будет как, ну, диаметр меньше. Но опять на сайте там написано, где покупал, там написано вот именно под эту резину. Ладно, все тогда что? А сейчас буду делать, вон полуось стоит тут. Сейчас буду доделывать колесо. Тут два дня вчера в Соликамск. Вчера проковырялся в Соликамск, пока ездил туда-сюда и ничего не делал. Кто-то не понял, что это, кто-то мне пиво поставил. Козлы какие-то. Это что за херня? Пивко мне тут подгоняют. Он колесо так, его просто сюда положил. Хорошо, ночью не укатили кто-нибудь. Алкаши какие-то на металлолом. Но опять одно колесо резина только стоит 25 тысяч. 24, 23 где-то. Если не больше сейчас. Плюс диск, плюс ступица. Тысяч на 35, наверное, может. Ну, если покупать новое все. Если не, да, тысяч на 35, то... Не, больше какой-то 35. Тысяч на 40, наверное, выйдет. Если диск новый покупать. То пишите в комментариях, если что, кто знает про эти цепи. Такие, ну, размеры-то вот у меня. Подойдет на ЭДП-шку она, нет? Ну, зато звенья мощные, зато сейчас будет. Может, то и цена у них такая высокая, ну, поднялась. Была 4 с чем-то, а стала вон сейчас 9500. Вот, а вот, короче, я заказывал, когда 9500 было. Вчера смотрю на сайт, опять туда зашел, уже 9900. Уже десятку, ну, там покупать будешь, может, скидку сделают еще. Вот мне сделали скидку где-то 5000 на 5 цепей, получается, ну, по 1000 на цепь примерно скинули. По идее, если цепь будет восьмерка, то тут должна дешевле стоить. По-любому будет дешевле. Ну, не намного, может, там. Может, на 1000 там сколько-то. А если вот эту еще семерку сделать или шестерку? Ну, семерку пускай. Семерку бывает, вот видел, делают. И оно как бы нормально так. Она такая легенькая цепь получается. О, мусорка приехала.
мусоровоз. С Березняков приезжают, забирают мусор, возят с Березняки. Или соликамские машины, не знаю. А полигон, куда отвозят, в Березняках находится. Там как на Усолье вроде поворачиваешь, едешь со стороны Соликамска, если ехать. Это же охренеть. Раньше у нас возили тут. Помойка была там, это как она, мусорная свалка в городе. А сейчас ее закрыли. Ну как вон везде, в Москве закрывают тоже. 130 километров где-то от нас получается. Все убирается, главное мусор, все четко. Работают пацаны. Бачочки раз-раз поднял, пустил. Еще как они вдвоем ездят, водила, и еще человек обычно ездит. Они, второй человек помогает. Ну, прибирает мусор, подметает все, бачки закидывает, где-то что-то валяется, если рядом где-то там что-то выпадывает. Вокруг помоек там для чего, где-то вот мусор какой-то кто-то кидает, если. Они тоже раз-раз подметают там все лопатой и чистят сразу же вроде бы. Снег выкидывают. Где бачки стоят, вот это место, все расчищают сразу от снега. Ну все четко продумано, все как бы. Посмотрим, как она там, процесс происходит. Гидравлика так быстро работает еще. Насос какой там, не знаю, полтинник, наверное, стоит. Или тридцатка. Не, полтинник, скорее всего. А может, сотка вообще даже. Гидравлика четко работает. Машины новые все. Да эти КамАЗы, главное. КамАЗы, может, МАЗы вроде даже есть, не знаю. Ну, не, вроде КамАЗы, наверное. Бачок здоровенный такой. Все, готово. Ладно, на этом-то заканчиваю про цепи. Так сказать, видео это. Всем всего хорошего. Пишите комментарии там. Вопросы задают иногда. Спрашиваю что-то. Одно, другое, что-то, третье там. Надо вообще какое-то видео сделать, вопросы. На вопросы поотвечать, так сказать. Ладно, все тогда. Всем пока. Иду делаю. Ура!